Ульяновские экологи сберегли тополя в переулке Гоголя. Решение о сохранении уникальных деревьев было принято в ходе комиссионного обследования. Специалисты городской администрации и правительства, зафиксировав, что три дерева сорта тополь белый берлинский диаметром более метра являются перестойными и ветви ломкими, но жизнь могучим тополям было решено сохранить. Так как эти деревья настоящие исполины, красивые, сорт, порода тополь белый берлинский, очень редкая порода, мы считаем, что можно сохранить эти деревья путем глубокой обрезки. Мы продлим им жизнь, продлим срок жизни и оставим деревья живые. Сносят и обрезают деревья в Ульяновске только в исключительных случаях и согласно правилам благоустройства. Куда обращаться жителям, если обнаружили сухие деревья, рассказали сотрудники управления по охране окружающей среды. Жителям города при обнаружении в своем дворе сухого аварийного дерева необходимо обратиться в свою управляющую компанию, обслуживающий жилищный фонд. После поступления заявления на главу администрации от управляющей компании или ТСЖ мы оказываем муниципальную услугу, обследуя эти деревья и выдаем разрешение. Защита зеленых насаждений, увеличение рекреационных зон и улучшение экологической обстановки на территории города являются приоритетными задачами, постановили областные и городские власти. Информацию о фактах и попытках незаконной вырубки, уничтожения или сноса деревьев и кустарников жители Ульяновска могут сообщить в Комитет по охране окружающей среды по телефону 27 14 83, код города 84 22.